Каждый автор мечтает о том, чтобы его произведение пошло в народ. Ну, так случилось с песней, которую сочинил Валерий Миляев. Он только что был на этой сцене. Это наш друг, физик. И вот есть правило, это правило не имеет исключений. Когда бы ни исполнялась эта песня, она исполняется всеми присутствующими. Итак, «Весеннее танго». Вот идет по свету человек-чудак, сам себе печально улыбаясь. В голове его какой-нибудь пустяк, сердцем видно что-нибудь не так. Приходит время, сюда птицы прилетают, снеговые горы тают, и не до сна. Приходит время, люди головы теряют, и это время называется весна. Сколько сердце валит, он не лечи, все равно сплошные перебои. Сколько головой о стенку не стучи, не помогут лучшие врачи. Приходит время.